Сюрприз, говорит. Арбуз. Он что, магазины такие сделал? Сказал мне, что сюрприз меня ждет. Купил опять цветочки. Эй! Эй, Трабл! Трабл! Кое-как допросилась-то. Да что это такое-то? Вот сюрприз I have. Вот сюрприз I have. It's time. Съездил в магазин. Я только вчера обрадовалась, что нечего есть. Начинаю худеть. Вы посмотрите. Ой. Все спрятал. Не ворчала. Who gonna give me flowers? И розы, и ромашки, и подсолнух, и гвоздички. This for my 16 years working at Genax? Yeah. Thank you. For your congratulations to complete your coronavirus test. I cut it in half. Yes, sir. Who buy ice cream? It jumped into the cart. Oh, запрыгнуло. I got hot dogs. Oh. I put berries, your yogurts. Yeah, good. Okay. Your nuts. Mm-hmm. Some jelly. Okay. Because you always use it. Some more nuts. What else? Еще не все, оказывается. А сверху букетиком все прикрыл. Проказы. Увидел, что я сериал ем. Макароны. And some more zip bags, because we've seen they've been out of them. No, we have so many. I couldn't find them. Just that. But I got a whole thing of them. And what's this? Hmm? What's this? It jumped in the car with the ice cream. And already the miss. Three. What are you talking about, Luboff? Three cane. What are you talking about, Luboff? Who drink? Uh-huh. Oh, you put it in They're right there. Oh, you scare me. I thought you already drink. And there's that soda you cried about. Ah, отчитываться. Mmm. Okay, fine. Ah, my flowers! Все, пошел выкидывать. It's for passing your corona test. Помогал мне. You're doing such a good job. Тест. Show toys. Oh, she like it? Huh? Вот. Одарил меня цветами опять Данилка. И поигрывает. Красота. Все. Не, от такого я не могу удержаться. Мутация какая-то. Поем немножко. Как я люблю их, и вот он знает. Купил. Что там? Бабочка? Пошла я купаться. Зеленый какой-то сегодня цвет включил. Тепло, жарко. How are you, Daniel? He says, I don't want a mask. He says, I'm 89 years old. 89? I don't need a mask. What's he doing in the store? He looked really healthy. No walker or cane or anything like that. People were saying, I'll leave him alone. And he just walked in the store. Сычуля смотрит, как мы купаемся. Да? Кто смотрит, как мы купаемся? Сычуля, удовольствие. Пообщалась с вами на прямом эфире.
сделала выводы все-таки, да. Данилка позаботился опять. Купил мне орешков, черники. Почему я говорю черники? Блюберри. Блюберри. И я даже очки свои не одела. Свою ID, по которому меня узнают. Когда гуляю на улице или куда-то захожу, уже знают. Эта тетя, она своя. Она здесь все время ходит. Но не все любят мои очки. Или хотят просто мои глаза видеть. Поэтому я сегодня не очень яркое солнце. Еду в простых очках на работу. Воскресенье, Labor Day. День трудящихся. Все празднуют. Завтра будет еще выходной. Но я опять работаю. Поэтому оплачивать сегодня будут 1,5 ставки. Ну, вот мою часовую оплатят, и еще половину моей часовой. К примеру, я привожу. А за то, что Данилка так меня балует, прям несколько раз там мне подсказывали, купи ты ему там этого скорпиона. Скорпиончик. Он так хотел его. Даже положил в корзинку. А я говорю, выложь, а? Ну не смеши. Первое увидел животное, как будто и сразу покупаешь. Ох, он выложил, выложил. Но потом так ворчал. Такой был, знаете, уже немногословный. Так что с подарком мы определились. Это вообще будет что-то. Боюсь, что к тому времени он хоть бы сам себя не подарил. Он больно-то ведь, знаете, при мне не купил, так без меня купит. И поставит среди своей толпы скелетов. Я и не замечу очередного жучка. Ну, лишь бы большие не брал. Маленькие я еще мирюсь. Ну, вот эти динозавры стоят. Это вообще-то надо отдельный музей. Но он претендует на мою комнату, где у меня Крисмас-комната. Претендует. Но она сильно маленькая, надо их нам там никак не разместить. Экспонаты Крисмас и скелетики его. Да. Ну, он в спальне у себя успешно их разместил. Предложение поехать с девчонками на океан в воскресенье в следующий, не знаю. Приятно, что не забывают, вот написали, а сколько даже поедут. Я что-то вообще, знаете, вот прям как все у меня по часам одно и то же, строго прогулка, спортзал, работа, YouTube. Надо настроиться, короче, вот так. Данил поспал, пока шел прямой эфир, встал. Говорит, голова болит. Я ему шею помассажировала, и все, он смылся. Смылся опять на работу. Может, он умудрится завтра не работать. Закрыто завтра все. Понедельник. Потому что сам праздник выпал на сегодня, на воскресенье. Поэтому дали в понедельник еще выходной. Но у меня работа. У меня во вторник будет выходной. Ну, а что один выходной после 5 дней работы? Сильно не разгонишься. Надо вот с посылкой уже определяться. Кепки покупать, конфеты еще добавить, оформить вот надо, все записать. Я ж по-новому отправляю, по Танюшкиному, подешевле все-таки, почти на $100, а что, на
полу не валяется. $100. Ну, про сумки-то вы там опять. То во что гораст. Понятное дело, кому нравится, кому не нравится. Что-то меня вдруг выключило из того ни сего. Наверное, это жарко, нагревается. Уже пора телефон менять. Я уже почти выплатила этот телефон. И добавили страховку. Но когда мы покупали электроника, да все, да, они там, по-моему, случили страховку на телефон. И я вот сейчас даже не помню. И вдруг они решили добавить. И не 5 копеек, а $15 нам за два телефона с Дэниелом. У него через месяц будет выплачен, а у меня через 4 месяца. Но он-то свой менять не будет на более новый, а я-то, конечно, буду менять. Я же репортер, и мне очень понравилось на телефоне. Экономия времени, все на ходу, все бегом. Ну ладно, все, кто мою болтовню-то переслушает? Качу на работу. Давайте, пока.